4 октября Мурманску исполняется 103 года. В преддверии праздника администрация муниципалитета традиционно организовала прием почетных граждан города-героя. Главы отчитались о проделанной работе и побеседовали с ними о том, как еще улучшить город. За последние годы в Мурманске изменилось многое. Он стал красивее, чище и светлее. Все лето городские службы ремонтировали дороги и тротуары, облагораживали скверы. Эти изменения не остались незамеченными для горожан. Изменения просто невероятно колоссальные, я считаю, за последние 2-3, 4 года. Ну, первое, что нельзя не отметить, я думаю, все мурманчане или большинство отмечают, это великолепие парка, который появился у Семеновского озера. Раньше мэры прежние пытались, конечно, облагородить там территорию, сделать, чтобы было уютно и красиво для мурманчан, потому что все-таки Семеновское озеро – это жемчужина города Мурманска. И вот только вот, я досчитаю, администрации нашей вот сегодняшней удалось сделать то, что является просто шедевром, я считаю. Почетные граждане Мурманска тоже следят за тем, как меняется столица Заполярья. Этому городу они отдали долгие годы своей жизни, трудились на благо мурманчан, не считаясь с трудностями. Сейчас они приходят к городской власти с советами по улучшению муниципалитета. Я не скажу, что мы каждый день общаемся, но очень часто раздается звонок. Тот или иной почетный гражданин звонит и говорит: Андрей Иванович, а вот надо бы нам вот здесь вот встретиться, переговорить, а иногда даже и не обязательно очная встреча по телефону. Вот хотелось бы тебе посоветовать, вот посмотри вот там, нужно доработать, нужно вот посмотреть, что называется. И тоже весь диапазон нашей городской жизни. Это не значит, что это асфальт или там состояние жилищно-коммунального хозяйства. Еще раз повторяю, это весь диапазон нашей жизни. Руководители Мурманска встретились с почетными гражданами, чтобы рассказать о проделанной к дню рождения города работе. Самым важным считают то, что областной центр стал уютным. Прогулки по нему вызывают позитивные чувства. Можно как угодно говорить о чем-то, о том, что сделано. А если ты сам прошел вот по городу, и у тебя замечательное настроение, знаете, как говорят, тут можно говорить хорошо-хорошо, а настроения нет, и наоборот. Ничего не говорите, а просто пройдите по нашему красивому осеннему городу. Удивительные краски. Я, например, очень люблю осень, фактически самое любимое время года. И посмотрите, как хорошо это расцветает город осенью. Звание почетный гражданин города-героя Мурманска утвердили в 1974 году. По сегодняшний день его удостоились получить 78 человек.